А в Томске не могут признать банкротом бывшего заместителя мэра. Дело о признании Владимира Хана финансово несостоятельным приостановлено. Такое решение вынес арбитражный суд области. В сентябре кредитор Евгений Янкин обратился туда с требованием признать чиновника банкротом. Он задолжал истцу около 7 миллионов рублей и за 3 года не платил ни рубля долга, хотя имел хорошо оплачиваемую должность. Первые средства, 300 тысяч рублей, на счет истца пришли только несколько дней назад, и то после того, как судебные приставы взыскали выходное пособие Хана после его увольнения. Защита ответчика заявила ходатайство о приостановке процесса в связи с тем, что еще в еще одном суде рассматривают сейчас дело о предоставлении Хану рассрочки на 116 месяцев. Если решение примут в пользу экс-заммэра, то возвращать 7-миллионный долг он обязан будет в течение почти 10 лет.